Стражи порядка установили, что кражи из подвалов многоэтажек в Октябрьском районе совершались с апреля по октябрь текущего года. Вор взламывал замки, проникал внутрь и похищал электроинструменты, обычные инструменты, оборудование для кондиционеров, аудиоколонки, магнитолы. Правоохранители возбудили 4 уголовных дела по статье «Кража». Позже их объединили в одно производство. В октябре путем оперативно-розыскных мероприятий данное лицо было установлено и задержано на месте совершения преступления. Подозреваемый безработный в настоящее время, ранее судимый по аналогичным уголовным делам. Со следствием сотрудничает. Сейчас полицейские устанавливают места, куда вор мог сдать похищенные вещи. Назначено проведение ряда экспертиз. С подозреваемого взята подписка о невыезде.